Международную научно-практическую конференцию Сочинский госуниверситет проводит в 7-й раз. Тема нынешней – олимпийское наследие. Вопрос актуальный не только для Сочи, для всех городов, которые когда-либо принимали игры. Как эффективно использовать наследие? Проблему обсуждали эксперты со всего мира. На конференцию в Сочинский госуниверситет прибыли ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, а также практики из Канады, Великобритании, Германии, Франции и даже австрийские студенты. Многие города, которые пережили олимпийские паралимпийские игры, до сих пор испытывают еще эту проблему эффективного использования полученного наследия. И, безусловно, она вызывает интерес и большой отклик среди наших партнеров. Событийный туризм – вот на что Сочи нужно делать ставку, уверены эксперты. Конференции, конгрессы, форумы, крупные спортивные и развлекательные мероприятия – все это при уже существующей инфраструктуре может привлечь на курорт еще больше туристов. Я был на зимних играх и знаю достоинства Сочи. Потом была Формула-1. Впереди чемпионат мира по футболу. Сочи должен и может стать местом проведения крупных событий. Здесь для этого есть все. На конференцию прибыли и представители проекта «Темпус». 3 года назад в рамках этой программы СГУ выиграл грант. Выделенные средства потратили на укрепление материально-технической базы. Теперь в университете есть 2 оборудованные аудитории для обучения туризму и современный компьютерный класс. «Темпус» – это международная программа, направленная на поддержку процессов модернизации высшего образования. Это программа взаимодействия разных вузов. СГУ – один из 16 таких университетов. Вообще, Сочи очень интересен для сотрудничества в сфере туризма, ведь здесь развиты разные его виды – бизнес, культурный и экотуризм. Кроме того, Сочинский госуниверситет совместно с учеными из России, Испании, Франции и Великобритании работает над учебником по менеджменту туризма. Книга выйдет в свет в конце года. А конференция в СГУ завершится 1 ноября. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.